Грузинская Катя. Хочу рассказать такой частный момент личный. Вот вспоминается Дима Егорова. А мы с Димой Егоровым были в 77 году после 4 курса на практике на 4 месяца. Практика была такая фантастическая совершенно, как и все практики, которые у нас были. То есть это какой-то беспрерывный был хохот, веселье какое-то было безумное, круглосуточное совершенно. И я помню, он уезжал раньше. Он с кем-то там еще у нас был. Они уезжали раньше. То есть мы были вот как с конца мая до конца августа. И настолько уже просто все были вместе. И они уезжали раньше на неделю. Я помню, мы сидели на Бронпарке. И они, значит, садятся мотор в лодку и уезжают. И мы, значит, все помахали руками. И я помню, я как начала рыдать, там и случилась истерика, я пошла в кубрик и рыдала часа два. То есть, видимо, вот понимание того, что тут закончилось. Вот это было какое-то вот потрясение, какое-то видео. Вот, ну или как, знаете, как говорят, детство уходит полностью. Вот это вот тоже связано с Димой, поскольку вот все говорят о том, как у него было чувство юмора, как он был замечательный часть великого. Вот мы рядом, как в полной мере, это все на себе испытали. Вот. Ну, что касается географического факультета, я совсем согласна, что все сказали, у каждого было свое, своя жизнь, своя история, но в чем-то обязательно мы все едины. И как-то с каждым есть такие моменты, что я соглашусь, да, вот, например, и с вами все. Вот кто-то сказал такую фразу, с которой я прямо на 100% согласна. И действительно, сейчас наступает правда какой-то период в жизни, другой совершенно возрастной, потому что, ну, какое-то время, понятно, я работала по специальности и попали в лабораторию Сифрек в Гаине. А у меня все время была такая тяга к путешествиям, как-то в научной работе особенно, так сказать, тяги не было. И вот у меня вот эти путешествия, ну, которые я, так сказать, свою тягу к путешествиям реализовала сполна. А потом еще, когда все это, так сказать, постепенно сходило на нет в этом Гаине, я потом пошла работать в Минск. И тем самым там все тоже продолжила, значит, вот такую линию, но, правда, другую уже. В общем, что касается поступления в институт, в университет, именно геофак. И вот сейчас слушаешь, как вот какие-то совпадения, которые, наверное, это не совпадение, значит, это... Раз мы не случайно все туда попали, потому что вот девочки, которые дружат десятилетиями в своей палатке, ну как они там оказались? Ведь это совершенно не обязательно, что они должны были дружить. Ну значит, так все совпало, что вот это что они вот нуждаются друг в друге вот десятилетия. И все мы там, у каждого, конечно, была, вот правильно сказала Олег, своя какая-то компания, мы не пересекались особенно. Вот те, кто жили в общежитии, мне было свое. Понятно, за рубежкой это вообще было там небожители. Совершенно отдельные. Вот, у нас была своя компания. Но тем не менее, да, все равно все мы, как говорится, объединены каким-то образом. Такое, что нас объединяет. Поэтому, а главное еще хочу сказать, как совпало все. Мы попали на геофак. Во-первых, вот эти все эти оперы, апопеозы, эти иваси, это вот этот взрыв какой-то, вот этой самодеятельности, этого творчества. И эти практики, но это было просто фантастика. Поэтому это, конечно, такой вот дан был такой толчок для жизни, а уже как это реализовать, это все у каждого такие возможности свои личные. Плюс, конечно, совершенно вот это вот потрясение такое было, как к нам относились преподаватели. Вот это вот насколько это было все уважительно. И практически на равных. Я помню, у нас опять же была 2 секунды история, когда мы с Любой были на Байкале, написали письмо своему преподавателю, значит, практике Вартазанову. И написали просто: «Здравствуйте, там такой-то». И мы подписались там Катя или тогда. Ну, практика идет хорошо, все у нас нормально. Он нам написал: «Здравствуйте, уважаемые». И, значит, там: «Спасибо большое, я очень рад, уважающий вас». Вартазаров, так что это был урок, вот наш сдавали мы вот этот отчет о практике. И нам сказали, нужно сдать заранее, принести за сутки, чтобы преподаватель ознакомился, и мы потом защищали. И я помню, что мы притащили с Катей за 10 минут до защиты. Ну не складывалось у нас там, ну не успевали. Вот. И мы, значит, придем, и сразу председатель комиссии задает вопрос.
а когда они вам предоставили отчет? И он так, он говорит, с достаточной заблаговременностью. Сегодня, но достаточно. Ну, в общем, это все, я еще вот, как говорится, это вот какая-то вся эта атмосфера, все эти практики, эти отношения с преподавателями. Это вот это общество наше, когда каждый вот влияет друг на друга, даже не прямым общением, а просто своим существованием. Это все оказало такое влияние, которое, так сказать, понимаешь, может быть, даже сейчас, когда правда вот, начинаешь думать о каждом человеке, как это произошло, почему так, почему мы оказались там. И я, правда, желаю всем дальнейшей такой полноценной, интересной жизни. Ну, главное, и здоровья, само собой. Браво! Будьте все здоровы. Спасибо!